17. Вот такой его индекс. Офигеть, тем временем мы видим выезжающего участника под номером 63, Волга КАЗ-21, гость из Литвы. Его машина это наша! Владислава Кравчушка, Волга КАЗ-21Р, 1965 года, участник города Клайпеда, Республика Литва. Сколько лет? Нам сказали, что эта Волга находится в семье. С самого начала, далекого 65-го года, вначале на ней ездил дед, потом отец, потом внук. Этот автомобиль переходит от поколения к поколению. Настоящая семейная жизнь. Волга КАЗ-21. Модификация R 1965 года. Вас приветствуем, гости из Литвы. Ну, к выезду у нас готовится следующий участник под номером 69. Мы вас попросим подняться на сцену для очередной церемонии награждения.